8 лет подряд активисты волонтерского центра «Радость моя» проводят ежегодные сборы благотворительных пожертвований. Два раза в год перед Пасхой и Новым годом добровольцы призывают горожан помочь тем, кто в этом нуждается. Мы собираем средства, чтобы поздравить детей-инвалидов, кто дома, кто на праздник придет, кому мы поедем в детский дом. Вот, и чтобы мы могли оказывать помощь на нашем гуманитарном складе. Присоединиться к благотворительной акции просто. Для этого достаточно опустить в ящик любую сумму денег. Людей, нуждающихся в социальной поддержке, в нашем городе много. Каждый раз волонтеры поздравляют с праздниками порядка 150 таких семей. А вот сейчас нам всегда нужны детские памперсы, детские смеси, первый и второй номер. То есть для детей первого года жизни. Помочь можно и добрыми делами. Направлений работы в волонтерском центре «Радость моя» стало больше. Поэтому там всегда ждут людей, готовых оказывать помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в волонтерском центре идет набор добровольцев для участия в различных благотворительных акциях и проектах. У нас есть несколько групп. Больничная группа, которая помогает больным. Складская на складе вещи распределяет. И основная, которая помогает детям. Фактически там в основной группе у нас человек 10, и поэтому мы готовы принять любых желающих. Следующие сборы пожертвований будут проходить в апреле в крупных торговых центрах нашего города. Задать интересующие вопросы о способах оказания помощи можно по телефону 77-099. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».